Привет всем, с вами Сервайт, и мы продолжаем играть как-то на зуб. Начинаем. Да. Начинаем проходить Хены Атакс. Я, наверное, запишу вскоре, чтобы это было не так долго, потому что... Ну или обрезать-то буду, я не знаю. Я знаю, что игрушка отлично делала ко времени, и... Я ее буду играть, потому что мне... Не напряжно. Ну как не напряжно, тут на самом деле напряжно, потому что игра не из простых, всё-таки. Как и все сеговские игры, которые были. Вообще все такие аркады должны быть сложные. Ладно, не будем о грустном. Мы будем просто проходить эту игру. Я постараюсь уместить ее в один. В одну запись, в одну попытку. Сами знаете, если кто смотрел обзор на это мой, то вы видели, чем бывает кончается мое однопопыточное прохождение. Я просто не дошел. Толком никуда, потому что... Потому что... Подобрал гребаные бомбы. Вот почему. Подбираешь гребаные бомбы и все, проигрываешь. И я сейчас подумал, что я очень зря бегу и не убиваю мобов, потому что мне ничего не выпадает, и я просто голый иду. Так. Думаю, надо начинать убивать мобов. Потому что если у меня не будет оружия, то это вообще провал. Точнее, как не оружие, а бонусов к скорости передвижения, там еще чему-нибудь. Вот я вижу там всякую полезность, но надо добраться как-то до них. Что делать с бутылками, вообще не понимаю. Так, ладно. Жестик дает деньги, кто-то меня. А как? Так, что за время? Ладно. Денег на лифт у нас нет, поэтому мы пойдем пешочком. Йоп. Так, ладно. Главное в этой игре это выбрать выгодную позицию и... Шапка невидимка, ну ничего себе, может быть я могу пройти незамеченным. Реально не шарю, что дает нам вот эта шапка невидимка. Сомневаюсь, что нас мобы совсем не видят, скорее всего. Так, мы дошли до следующего, да? Но у нас все равно ничего нет. Идите, демоны! Главное, бомба. Ключ, я не знаю, может быть, реально для этих падающих штук. Ну, в смысле, ну, которые, ну, стоят. А, подарки. Подарки офигенная штука. Самое, ну, одно из самых сильных оружий в этой игре. Самое сложное — это не падать. Нормально встать на ноги. Блин, да что такое? Не выходит никак. Знаете, подарок. Он вкусный. Так, ладно, берем шаганы. Идем. Гасить зерга. Очень иногда стрёмно бежать куда-то, потому что непонятно, что на какой плоскости. 3D, и то бишь, вроде. Перешел, а там, может быть, ничего нет. Есть вероятность упасть, а упасть здесь это довольно неприятно. Можно, во-первых, ошибиться, а во-вторых, ты, ну, откатываешься, да? Вот, да. Ага. А, все, я понял, зачем нужны часики. Так что я их потратил. Она возвращает время, как в принципе Перси упали. Он говорит, нет, ты не упал. Вот за этим нужны часики. Окей, очень удобная штука. У нас все еще нет денег на порт. Мне кажется, это позволяет сквозь ящик проходить там, невидимостью. Не могу проходить сквозь такую херню. Даже не знаю, куда мне проходить. Так, очередная, главное, неплохая пушка. Да, все, ключи нужны, чтобы открывать эти сейфы. Так, ну и мы сразу же на полученные деньги лопаемся подальше. Пока я даже не добрался до туда я проходил ранее. Но все впереди. Я верю, я прорвусь. Да. Сам он уже, блин, сложно играет. А, от падения я теряю деньги, как Марио, но не все, а часть поэтому. Их обратно собрать вам, блин. Фух, напоминаю, блин, конечно, ты мне в скинигры, где надо туда запрыгнуть, ты тысячу раз просто прыгаешь, и у тебя не получается. Эти бесячие места во всех таких играх были обязательно, все, я думаю, связывались с этим и страдали. Потому что, ну, блин, я не знаю, как иначе. То есть без этого никак в таких играх. Просто никак. У-ху! Вик.
Ой, пулемет, конечно, мощнее, но зато... Зато у этого есть не такая отдача. Не валишься с крыши. Давай, так. Ух, плохо, 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 плохо. Я пойду, докуда я был. Ну, собственно, да. Пушка мне вот там. Осталось только. Вот, ну, собственно, я добрался, докуда я остановился на своем дворе. Осталось только преодолеть эту шкалу. Собственно, мы это сделали. Тут еще и лифт. Вообще успех. Я еще совсем дальше. Пропрыгать попробуем. Так. Осталось совсем немножко, мы узнаем, что же там. Что же там в конце? Я верю, что я должен. Блин, а так. Ну. Часики, охеренная вещь в этой игре. Самая полезная. Блин. Чуть просто. Я проиграл, все, просто умер и все. Потому что я упал. Это было бы очень тупо. О, на фонари можно прыгать. Блин. В общем, главное не перешировать кнопкой Shift, которая меняет плоскость. Потому что она просто может сделать всю игру. Потом делаем аккуратные переходы. Давай, еще 300 уже. Куча летающих мобов. Пушка, это пистолет. Давай, 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 давай. Убей его, я верю. Да, сюда что-нибудь выпадет, я не верну туда. Давно мне ничего не выпадало, да я особо не убиваю, на самом деле. Просто пробегаю по игре. Нет, отличная ситуация. Надеюсь, его взрыв не домашний. Потому что я умер. Так. Как мне не сдвинуться с места? Так, начинаются проблемы. Такие неплохие. Что мне делать-то? О! Нормально. Проблема частично решена. Бегун! Давай, бегун! Чуть слабый револьвер какой-то. Я от него ждал большего. Я в западне. Три удара мне. Что-то там валяется, надо подобрать. Хилсер остановится. Да, хилсер. А, что-то взорвалось, что-то всё происходит. Блин, нет. Господи, две хилсы. Как играть? Опасная базука, которая может убить меня. А-а-а! Как надо найти замену оружия? Быстро. Быстро и тактично найти домой оружие. Так, без паники. Осталось всего сотня. Я смогу не ссать. Блин, да что такое? Хилсайл! Нет, хилсайл! Отлично, у нас есть замена. Мы добрались! Мы добрались! О господи, что это? Что происходит? Мы дошли до конца. Хенри, wake up. You had a nightmare. Вы имели кошмар? Корона. Ууу! Прошел игру! Еее! Ну это было не из простых игр, и ну, блин, я ее пробежал на самом деле, довольно читерски, не отбиваясь толком, но все равно я это сделал, я молодец. Теперь остается пройти ее на самом сложном. Ну смотрите, практически вот, да, с этой попытки и прошел, с первой. Игра убивалка времени, на самом деле, можно дальше играть и продолжать, потому что еще не все открытые предметы, как я понимаю. Сейчас мы, да, посмотрим. Открыты, не все предметы открыты, потому что, не знаю, может, пушки новые, мобы, наверное, все. Не знаю, по идее, до верха зайти, там все окей, возможно, это как бы совсем конец игры.
Ну, мне понравилось, что могу сказать. Конечно, я немножко ожидал более длинные игры, но это напоминает Crimson Land, только вид сбоку и с каким-то смыслом, ну, прохождения, потому что там раш был, а тут это раш, и можно тратить очки, короче, на самом деле. Ну вот как бы продолжается, потому что я не знаю, я вижу, что у меня биты сохранились, не знаю. То есть, как я понимаю, суть игры в том, что кто-то украл его любимую, и поэтому он бежал спасать ее на самый верх, и там он видит, что она целуется с монстром, он ее убивает. Я понял, вот что было в конце. Ну, он понял, я считаю, был прав. Ну, там же я не ожидал, это уже сказал правду вам. Спасибо тем, кто меня смотрел, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Чум-чум-чум-чум.